Всем привет, с вами Жанна. Готовлю кисель из ревеня по рецепту из книги о вкусной здоровой пище. Потребуется ревень, крахмал, сахар, вода. Очищаю уже заранее промытый ревень. Нарезаем маленькими кубиками. Заливаю холодной водой на минут 10-15. Подготавливаю сироп, сахар, заливаю водой. Отжимаю. Кипящий сироп, опускаю ревень. Прокипячу минут 10. И заварю разведенным крахмалом. Крахмал развожу холодной водой. И завариваем. Ставлю в холодную воду, так как кисель нужно подавать холодным. Кисель остыл. Кисель можно подать холодным молоком, взбитыми сливками. Я подаю с мороженым. Кисель из ревеня готов. Приятного аппетита!